перед моим носом с большим пистолет-пулеметом пробежал. Я замерзла и падала. Вокруг дома были следы. Они понюхали запах человека, целую ночь гуляли. Я поехала в Найроби и купила нож. И я практиковалась кидать. Если я пойму кролик, тогда я могла кушать. Всем привет, это канал, ребята. Наверное, вы знаете, что я обожаю путешествовать. Я путешествовала больше 50 стран, в том числе Африка. И многим интересно было узнать о Африке. И сегодня хочу рассказать вам, как я выжила в Африке и что я сделала. И моя история. Поехали! С чего начать? Давайте начнем. Как я попала в Африку? Когда мне было 8 лет, я начала спонсировать одну девочку, которая из Замбии. У нее нет семьи, поэтому я начала спонсировать. До сих пор спонсирую. Я решила, когда я становлюсь студенткой, я обязательно полечу встретиться с ней. И я стала студенткой. Готова. Но в то время в Замбии появился Эбола-вирус. Из-за этого я не могла полетать в Замбию, поэтому немножко поменяла направление и решила полететь в Кению. И место, где я жила в Африке, это называется Наманга. Это даже не город, маленькое село. Это граница между Танзанией и Кенией. Я жила тут, поэтому могла просто перейти Танзанию, потом обратно вернуть. Можно пешком туда-обратно, туда-обратно. И я жила, где прямо видно Килиманджаро горы. Это было очень красиво. До отъезда я сделала 13 уколов. Это было очень больно. И вообще, что я там сделала? Мне было лишь 20 лет, и я жила с племянами Масаи. Вы знаете, наверное, этот народ. Я работала волонтером в детском доме, но как только я приехала из Кореи это место, детский дом, я просто была в шоке. Сначала так думала, смогу ли я жить тут. Обычно люди в Кении очень хорошо говорят на английском языке, но так как это далеко деревня, дети хорошо не могли говорить на английском языке. Чтобы преподавать английский язык, чтобы им понятно было, я изучала свахильский язык, это их язык, и даже преподавала на свахильском языке. Но я почти все забыла. Только я это помню. Фунгамулангу, закрой двери. И поле, медленно. Куахерини, пока. И какая реакция была у родителей? Я очень сильно благодарю родителям. Возможно, другие родители так не могли отпускать своего ребенка полететь в Африку. Но я очень сильно хотела посмотреть, как в другой стране люди живут, и что они делают, а возможно им нужна моя помощь. Вот так думала и очень сильно хотела. Но мои родители, так сказать, мы хотим, чтобы Кёна осталась в Корее. Но это лишь наше желание. Из-за нашего желания мы не можем заставить Кёнгу не делать, что она на самом деле хочет делать. Поэтому мои родители никогда не были противы. Родители очень сильно поддерживали меня и помогли подготовиться. Я думаю, что это большая смелость. Честно говоря, я написала завещание перед отъездом. Это же небезопасная страна. Я не знала, что будет там. Поэтому я плакала и написала, но слава богу, они не могли читать это. Самый запоминающий момент в Африке — это когда я устроила для детей спортивный праздник. Так как это очень бедная школа, они вообще не знали, что такое спортивный праздник. Ну, откуда они знают? И мы с другими учителями все подготовились. Ну, игры, которые я в Корее сделала, что я в школе сделала.
Я хотела подарить детям, которые они будут очень долго запоминать. Я решила поткать их лицо. Каждый человек 300 или 400. Я поехала в Найроби, в столицу, и все печатала. В день мероприятия я всем отдала. Они в первый раз в жизни видели и получили фото своего лица, и они так радовались, мне очень приятно было. Так как это был первый праздник в их жизни, дети туда-сюда бегают, эта команда, эта команда что-то смешивается. Блин, это было полный бардак, но мне так приятно было. Я никогда не буду забывать этот момент. Тогда, где я жила? На самом деле, я жила очень в бедном доме. Сейчас я не могу жить в таком доме. Еще, где живут масаи, это просто вообще не надо говорить. У масаи племени есть свой традиционный дом, который сделан из какашки. Да, когда корова какает, тогда горячий, да? Эти люди берут какашку и потом приклеят и сделают дом. Дети жили в таком доме с родителями, да, но это на самом деле не воняет, но нормально было. А мы жили, даже я не могу назвать этот дом, просто в комнате, где нет двери. Просто там шторы, это двери. Кровать вообще такого не было, просто на полу, твердым полом мы спали. Конечно, там таракани, мишки, комары, даже летучая мышь тоже бежала. Насколько нам тяжело было жить там. Еще в комнате был туалет, но туалет уже не было двери, просто какой-то шторы. Мы жили в таком доме. Конечно, нет горячей воды, я с холодной водой принимала душ, и там не хватало питьевая вода, поэтому я купила один таблеток и положила в грязной воде. Тогда это сами очищается. И пила. Но это вообще очень невкусно, да. И первый день, когда я легла, я плакала. Очень скучала по маме и думала, почему я прилетела сюда? Почему, Кёна, ты тупая? Почему ты тут? Ну, человек тоже как животный, поэтому я думаю, к любой ситуации придется привыкать. Еще скорпион, это было самое страшное, потому что если мы по ошибке наступим их хвост, тогда, возможно, мы в течение 5 минут умирать. Да. Чем я питалась? Что я кушала? Это было самое сложное для меня. Так как там дети и это детский дом, очень не хватало еды. Что я кушала? Утром я пила молоко. 30% это был молоко, и остальный процент это была вода. Мы смешивали, так как молоко даже не хватало, и я пила это утром. Конечно, очень голодно. А обед, там была картошка вот такой размер, и половина мы кушали. А ужин, несколько штук сои. Но когда хороший день, конечно, мы кушали корова, но это было очень редко. Конечно, я могла кушать сладости незаметно, скрывая от детишек, но там 5-летние или 7-летние дети, они приходят в школу пешком, и туда-обратно это 4 часа и 5 часов. А я не знаю, не могла одна кушать. И так как многие были слишком бедные, они не могли оплатить учебу, поэтому вместо деньгами они оплатили с овощами, либо козли, либо овца, такими оплачивали. О, самый смешный момент это я же слишком проголодалась, поэтому я поехала в Найроби и купила нож. И вернулась, и там очень большая поля. Там животные бегали, там жирафы, зебра, кролик, лев, слоны, верблюды, а все там жили. И у нас в школе было очень большое кокосовое дерево, и я практиковалась кидать этот нож, чтобы охотиться. Но если я пойму кролик или корова, хотя бы олени, тогда я могла кушать. Но как я могу? Кролики слишком быстро бегают, и жирафы, и ну, в конце концов, ничего не получилось.
И еще был самый шокированный и грустный момент. В этом селе не было больницы. Серьезно, не было. Поэтому, когда люди болеют, они не могли поехать в больницу, потому что и ее нету. Поэтому в школе мы открыли маленький медпункт. Но однажды в 2 часа ночи одна девочка приехала с ее мамой на мотоцикле. Что случилось? И у нее был очень большой ожог на руке. Она сказала, когда она приготовила еду в большой кастрюле, у нее появилась эпилепсия. Поэтому она падала в кипячей кастрюле. Поэтому у нее такой ожог был. В Африке у людей темной кожи, но из-за ожога у нее совсем был розовый. Мне было так жалко, ей было 20 лет, и мне было 20 лет. У нее двое детей. И я держала ее руку, когда ей делали лечение. Она плакала, я тоже плакала. И в тот момент я заметила. Я думала так, мир совсем несправедливый. Она моя ровесница. Если бы она родилась в Корее, такое, наверное, не произошло. Если бы я не путешествовала, если я просто жила в Корее, никуда не уезжая, я бы никогда не знала, что происходит в другой стране. Возможно, им нужна моя помощь. Поэтому я решила больше путешествовать. Но из-за пандемии куда я лечу? Не могу. Самые страшные моменты тоже много было. Я же сказала, что в моем доме, ну, в моей комнате не было двери, просто шторы, ткани. Когда я проснулась утром, вокруг дома были следы. Левы. Да, они понюхали запах человека, и целую ночь они просто вокруг гуляли. И мне так страшно было. Еще вы знаете, какие звуки дают гиены? И они очень опасные. Еще я однажды очень сильно болела. Африканский грипп, это вообще не сравнивается с корейской. У меня комната была очень маленькая, но я потеряла дорогу. Я не могла найти двери. Очень страшно было. И еще из-за малярии очень многие люди умерли. Поэтому я очень сильно переживала. Но через неделю я выздоровалась. Да. Африка – это опасно. Там нет правила просто. Когда я поехала в село купить шампунь, очень громкий звук был. Бум! Перед мной очень быстро пробежал один мужчина. И потом еще другой мужчина перед моим носом с большим пистолет-пулеметом пробежал. И мне так страшно было. Я замерзла и падала. Вот, поэтому нужно очень осторожно. Сейчас, наверное, я не смогу так жить. Я была молодая, но сейчас я много узнала о мире. Чуть-чуть переживаю. Я работала 5 месяцев в детском доме, и один месяц я получила отпуск. Поэтому полетела в Эфиопию, там путешествовала автостопом. Но я не хочу рекомендовать, если вы не уверены в себе, если вы не знаете, как защищать себя. Почему я путешествовала так? Ну, не было денег, это простая причина. Однажды я ждала 5 часов. Солнце, почти у меня был солнечный удар, и никто не остановились. И вдруг одна машина остановилась и спрашивала там мужчина из Ирландии, куда ты хочешь? Ну, я туда еду. Мы тоже поедем туда, давай я отвезу туда. Вот так. И он очень вежливый человек был, и он сказал мне так, я это никогда не забуду. В твоем возрасте, когда я путешествовал, мне помогли люди, как я помогаю тебе. Я хочу, чтобы ты тоже запомнила это. И я хочу, чтобы ты тоже помогла людям, когда ты увидишь такой человек, как ты, как я помог тебе. Вот так. И мы иногда общаемся через Facebook. Вот такая история в Африке. После того, как я вернулась из Африки, у меня
точки зрения поменялось. Просто люди в настоящее время жалуются. У меня это не хватает. И завидуют. О, у них лучше вещи, чем я. Но дети в Африке, люди в Африке, у них нет крутая машина, у них нет дорогая сумка. Они не могут кушать каждый день вкусную еду. Но они такие счастливые. Они искренне улыбаются. Знают, как наслаждаться. В Африке дети сказали мне: «Кёнга, мы из-за вас много узнали чего-то». Но я наоборот хочу сказать, что в Африке я больше изучала одних что-то важное в жизни. Вот такая история была. Надеюсь, что вам интересно было. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, ставьте лайк и обязательно подписывайтесь, пожалуйста. Тогда аньян, пока!